Я унар курилинга ниге итчеге порабадила мекинин анунни кингин. Варбапекинин аньол марал рамчу чумдаха сауни. Приветствуем новых чемпионов! Подходим, не стесняемся, мы ответим на все ваши вопросы. А если мы и правду победим, кому нам посвятить победу? Моему другу Мишке. А у тебя есть друг или подружка? Эх, тебе нужна подружка. Главное – произвести первое впечатление, удивить и поразить. Привет! Посмотри, как ловко у меня получается! Ой! Какие вы важные! Мне от смеха даже жарко стало! Постой! Жарко! Ха! А что спасает от жары? Что-то круто освежающее! Как ты круто придумал, олень! Увидев такую гору льда, девочка удивится и обязательно со мной познакомится. Главное успеть с доставкой, пока ледяная горка не растаяла. Вальбубэки тэвэрвэ эл курилючон, орги эл анилчон гурчиинни. Кажется, льдина разбилась. Освежиться не получится. И что теперь делать? Чем удивлять? Эх, знакомиться – это так сложно. Ах, вот оно что. Сейчас что-нибудь придумай. Чембэ где мои запасы? Чембэнде хачатэгэ калул. Туда ярхан кэрилэгэ тадат нинулэгэ курэбэгэ эвье мороженое вемэлэ. Вот. Привет, меня зовут Витя. Угощайся. О, это же настоящее мороженое. Спасибо. Я Аня. Теперь ты понял? Чтобы у тебя появился новый друг, не нужно притворяться крутым чемпионом. Важно оставаться собой и сделать что-то хорошее, а не прыгать выше головы. А что значит выше головы? А это ты у оленя спроси. Тат уарпэ курилин нанга элэмдэй рукун. Малэйк чама малиярил малануней.